18 тысяч новых рабочих мест в казахстанских селах планируется создать по программе «Аул Аманата» в этом году. Сельчане получат 17 тысяч микрокредитов. Из госказны для этого направляют 100 миллиардов тенге. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства. Между тем, активно приступили только 9 регионов. В трех областях – Восточно-Казахстанской, Мангистауской и области Абай не одобрено еще ни одной заявки. Акимы районов и сельских округов должны быть в постоянном контакте с жителями и разъяснять им условия микрокредитования, отметил глава Кабмина. По его словам, местным властям надо активнее работать с людьми. Займ выдается на 5-7 лет по льготной годовой ставке всего в 2,5%. Алихан Смаилов поручил акиматам обеспечить полное освоение выделяемых средств, их целевое использование и своевременную возвратность. Мы на текущий год выделили 100 миллиардов тенге. На сегодня приняты заявки на 69 миллиардов тенге, но по факту выдано всего 18,7 миллиардов тенге. То есть исполнение составляет всего 18,7%, хотя уже 8 месяцев прошло. До конца года осталось не так много времени. Поэтому я прошу коллег в регионах обратить внимание на свои цифры. Если вы не будете осваивать эти деньги, мы в сентябре по итогам 9 месяцев посмотрим, и те регионы, которые не осваивают, мы у них заберем и отдадим в те регионы, которые осваивают деньги. То есть вы потеряете возможность в своих регионах поддержать свое население.